А сейчас уже по-настоящему, уже теперь репетиция больше не может быть. Thank you.
Я вот эту историю часто рассказываю, но не каждый раз, не каждый концерт. История вот в чем заключается. Где бы я ни был, куда бы я ни приехал, почти всегда меня спрашивают, а где самая лучшая публика, как вы считаете? И вот я слышу по голосу, слышу по интонации, слышу по выражению каждой фразы, что человеку хочется, я бы сказал, вот именно у вас. Ну, я этого не могу сказать, просто из уважения к публике вообще. Где бы вы ни находились, везде блестящие публики. Но вы знаете, где самая лучшая публика? Давай! Хорошо, спасибо большое, замечательно. Так, вы знаете что, раз вот такая у нас такая замечательная публика, и у нас для вас тогда есть и музыкальные партии. В следующую вещь мы будем играть в латиноамериканских ритмах. И вы знаете, что мы же не одни здесь находимся на сцене. Мы же с вами вместе, и только тогда джаз вообще существует. Правильно или нет? Yeah! Правильно? Да! Посмотрите, ваша партия будет вот такая. Thank you.
прямо это мы звоним. Шторм аплодисментов должен только увеличиться, пока мы не начнем играть. Thank you.
Thank you.
Еще есть, можно сказать, артистка даже, а не артист. Ждет своего. Ждет ваших аплодисментов. Давайте пригласим на сцену замечательную артистку Тамару Гейтвелл. Тамару Гейтвелл. Someday you'll come along.
may come my way, I'll do my best to make him stay. You'll take my hand, and though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday. Maybe not. But I'm sure to meet, I'm sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two.
Thank you.
у нас опять к вам есть партия музыкальная, которую мы бы хотели, чтобы вы к нам присоединились и вместе с нами исполняли вот этот следующий номер, который мы будем играть. Написал эту песню, которую мы сейчас будем играть, Wayne Shorter. А знаменитый и вообще шедевром сделал, конечно, плейки и посланцы джаза. Вот. А партия ваша такая. Значит, вы сами знаете, что есть такие такты, в которых две четверти, три четверти, пять четверти, семь восьмых и так далее. Но вещь, которую мы сейчас будем играть, в ней четыре всего четверти. И нам нужно, чтобы вы акцентировали вторую и четвертую. Все поняли? Все знаем, да? Правильно? Так, репетируем, репетируем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Побыстрее. Извините, вот музыканты говорят, что надо чуть побыстрее. Раз. Два. Раз, два, три, четыре. Thank you.
замечательную вокалистку, певицу. Шучу! Талана Габриэл! Габриэль! Талана Габриэль! Уважаемые дамы и господа, для меня правда сегодня огромная честь играть с Валерой. Мы очень давно с ним знакомы еще из Нью-Йорка. И я, когда заканчивала джазовую школу в Нью-Йорке, бегала к нему на уроки. Поэтому еще раз огромное спасибо Валерий Пономарев. А так как сегодня погода была дождливая, нам всем пришло, это абсолютнейшая импровизация, нам всем пришло в голову сыграть для вас замечательное произведение, которое называется «Stormy Weather». Такое сегодня настроение. Ну давайте попробуем. Together.
stays away, all rocks and shares will get me. All I do is pray, all I do is pray the Lord above to let in the sun once more. Can't go on, everything I had is gone. Keeps raining. Уважаемые господа, вы знаете что? С поездами, с разрезанием поездов мы ничего не можем поделать. Но замечательный басист вынужден нас оставить. Через сколько минут? Поезд уходит через сколько минут? Да. Сейчас, секундочку. Я исполняю соло. И, конечно, вы все присоединяйтесь. Happy birthday to you. Happy birthday to Papa Wigwa Poeta Wigwa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Anton Zaharo. Happy birthday to you. Very good friend. I mean, I can't. Once I told him, man, I can't live without you and all the friends and everybody. But I can't live without this place either. So he came here. How about that? With his beautiful girlfriend. Let's bring on the bandstand our incredible Josh Evans. We'll be right back.
молодых трубачей, уважаемые дамы и господа, Джош Эллен! Thank you.
Вот Захара. С днем рождения! Давайте еще раз похлопаем нашему гостю. Чарльз Эванс, один из самых лучших в мире трубачей. Чарльз Эванс! Родион Добров, он пьяно, именно пианино. И, конечно, Сергей Головня на саксофоне. И ваш покорный слуга Валерий Пономарев. И давайте нашим замечательным барабанщику, нашему контрабасисту еще раз похлопаем. Виталик. Если он сейчас опоздает на поезд, это, кто будет виноват? Я буду виноват, да? Ну, беги. Давайте все пожелаем нашему контрабасисту, чтобы он успел на свой путь. Наши мужики, еще их там 16 человек будет, и я еще, и таланты тоже придет, и уже Big Band будет, это тоже кайф страшный, но это уже немножко в другой форме, в другой атмосфере музыкальной. Так что, надеюсь, мы увидимся через пару дней, в пятницу. Если нет, то до новых встреч. Ваш покорный слуга Валерий Пономарев. Все раскупили. Молодцы. Ну, если кому еще нужны диски, пожалуйста, приходите в пятницу, конечно, там будут еще и диски. И книги, кстати, будут. Насчет книги очень интересно, не все это знают. По ней сделали блестящий фильм. Эдуард Тополь, между прочим, наш замечательный русский писатель, он же еще и кинорежиссер. И он сделал блестящий фильм, который получил золотой приз в Техасе на международном фестивале кинофильмов. Называется «Трубач из России» по-русски, он «The Flip Side of Sound» называется по-английски. И этот фильм показывали уже много раз, кстати, по российскому телевидению. Надеюсь, еще раз покажут. Но, во всяком случае, книга вообще от нас еще тоже полный конец. Так что, извините за мой русский. Это только начало. Ну, счастливо. Надеемся, всем надеемся, что скоро опять увидимся. Спасибо.